Я Солнце Луноголовый. Успей поставить лайк и подпишись на канал за 5 секунд, а иначе я найду и съем тебя. Время пошло. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и, друзья, на канале Сирена Студио вышла новая анимация «Глэмрок Фредди защищает Грегори от Хагиваги». Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. Так, чем бы сегодня поживиться? Хотя, эх, как же надоело самому-то мне на все охотиться. Вот был бы у меня какой слуга. Так. Опа, сиреноголовый, хе-хе. Эй, сиреноголовый! А? Что тебе надо, Хагиваги-головый? Теперь ты будешь служить мне, сиреноголовый! Служить тебе? Ха-ха-ха! Не, я служу только... А кому я служу? Себе, наверное, вот. Кушудышек. Чего ты от меня хочешь? Сказал же тебе, что будешь теперь моим слугой. Нет, не буду. А если я тебя побью сейчас? Ты меня побьешь? Ну, можешь попробовать. Но я побью тебя первый. Ах ты, на, получай. Больно. А ты сильный. Ладно, не бей меня, я все понял, буду служить тебе. Называй меня хозяином, Хагиваги-головым. Хозяин Хагиваги-головый. Вот, отлично, чтобы завтра на эту полянку мне притащил 10 дышек. Если не притащишь, я тебя убью. Ладно, хорошо, только не убивай, притащу тебе дышек. Вот, отлично, давай, сиреноголовый. Надеюсь, ты не оплошаешь, а то иначе ты, как мой первый слуга, умрешь слишком быстро тогда. Вот не повезло. Что за страшные монстры в этом лесу теперь обитают? Ладно, пойду ловить дышек. Жить-то хочется. Я только сейчас подумал, то я могу не ловить ему дышек, а просто убежать в другую часть леса. Нас же сиреноголовых здесь много, мы все одинаковые, так что он никогда меня не найдет. А то не хочу я быть ничьим слугой. Я же сиреноголовый. Так что убегу в другую часть леса и буду, как и прежде, свободно ловить дышек для себя. Ох, как же надоело мне уже ловить этих постоянно дышек. Да, Луна, тебе тоже надоело? Да, надоело. Я, конечно, люблю убивать, но убивать каких-то маленьких людишек скучно. Во-во, я про это же говорю. Такая скукотища. Лучше на монстров поохотиться. Эх, но монстры тоже все такие маленькие на самом деле. О! Эй, сиреноголовый, а ну-ка, стоямба. А ну, стой. А ну, иди сюда. Чего вам надо? Слушай, Луна, давай его отлупим, а? Давай. Иди сюда, сиреноголовый. На! Эх вы, сейчас его. На! Больно. Ну иди сюда, на! На! Хватит, не бейте меня. Ну ладно. Федя, вроде ты такой крепкий. Не слабачок. За это мы тебя даже пощадим. Так, спасибо. Наказание, знаешь, какое тебе будет? О! Наказание. Ты будешь служить нам. Да, ты будешь нашим слугой и рабом. Короче, завтра, чтобы ты принес нам 20 дэшек. Хотя нет, мы сами за ними придем, понял? А можно я только дэшек на соседнюю полянку, там, в той части леса принесу? На соседнюю? Ну, в принципе, ладно.
Я думаю, можно. Как раз по пути, если что, еще мостовых червей перебьем. Мы любим этим заниматься, да, Луна? Да, убивать. Мостовых червей всегда так много. Они толпой нападают. Их так легко раскидывать. Несколько ударов. И уже мостовые черви поразлетались. Аж на ветках поту висят. Как же классно. Ладно, Сиреноголовый. Завтра ждем. В той части леса. В это же время 20 дэшек, ты понял? Хорошо, все принесу. Так, ну и чтобы ты не убежал. На! Не надо. Теперь у тебя царапина огромная на твоем животе. Мы тебя легко определим. Ладно, хорошо. Так что-ка попробуй убежать куда-нибудь. Ладно, вроде нормально повеселились. У нас теперь есть слуга и можно не ловить дэшек. Да да, слуг ловить. Слушай, я вообще предлагаю себе армию таких слуг сделать. Милкволкеров наловить, существ всяких, сиреноголовых. Пускай нам служат. Все-таки мы мутанты сильнее, чем они. О, сиреноголовый, я вижу, ты даже не убежал никуда. И притащил, ого, целых 20 дэшек. Или даже больше. Хотя да, они ж считать, наверное, не умеют, тупые. Наверное, потому так много и притащил. Ну да-да-да, тут как раз 10 дэшек. Молодец, сиреноголовый, молодец. Не убью тебя. Спасибо вам большое. Ты хороший раб. Ну а завтра, чтобы принес 30 дэшек. Ну я не смогу столько много принести. Так, ну, вроде это соседняя полянка, да уже и время вроде пришло. Давай, раб, завтра, чтоб все сделал, что мы сказали. Какой раб, а? Это вообще-то мой раб. Это мой слуга. Я вам принес 20 дышек. О, молодец. А он их пытается отобрать себе. Что? Ты что? Мой слуга? Как ты посмел? На, ты чего трогаешь, а? На! Эх ты, чё, жить надоело? Получай, на! На, получай! На! А тебе что ли жить надоело? На! На! Больно! Сиреноголовый будет служить мне, это мой слуга, понял? Нет, это мой раб! Это мои дэшки! Его в рабство взял! Что? Какая разница, кто первый, а кто посредник, главное, кто сильнее! А ну иди сюда! Я сильнее! На! Получай! На! Пускай эти дуралеи дерутся, а я пока уйду. Хорошо же притворяться тупым. Я тут ни при чем. Не, получай, гад! Это ты получай, не, да! Это мой слуга! Нет, мой слуга, и я все. Я его поработил! Лесу будут моими рабами! Что? Ну сейчас! Я тоже своего раба сделаю! Ну давай, только через мой труп! Убивать! Сейчас мы тебя убьем! Я спал, но теперь проснулся, братишка! Тут такая драка! Убивать! О, это еще кто проснулся? Это мой братишка Луна, и сейчас мы тебя убьем! Это мы тебя убьем! Получайте! Убивать! Ну, короче, да, друзья, всем огромнейший привет! Ну, а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк! И сегодня мы, ребята, устроим битву Солнца Луноголового против Хаги Голового в игрушке под названием Гаррис Мод! Доброго времени суток, друзья! У нас, да, ребят, появилось два новых мутанта. Один уже более старый, Хагиголовый. Он появился где-то 2 или даже 3 месяца назад. И вот, ребят, буквально на этой неделе появился Солнце-Луноголовый. У них тела сиреноголовых, ну а головы либо Хагиваги, как у Хагиголового, либо же Солнце и Луны. Это Диматроник из игры FNAF Security Breach. Из последней 9-й части ФНАФа. И вот сегодня давайте мы, ребятки, узнаем, кто же сильнее, кто же победит, если сойдутся в битве Хагиголовый и Солнце-Луноголовый. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк, ну а мы прямо сейчас же устроим этот эксперимент и, конечно же, узнаем. Ну и, ребятки, первая битва Солнце-Луноголовый против Хагиголового. И интересно, реально, ребят, кто же победит? Раз, два, три. Да, как вы, ребят, заметили, по идее, вообще, как бы, это практически два одинаковых монстра. Они на 80% одинаковые, по крайней мере, тело, но раскраска только у них разная, ну и головы, конечно. Но по способностям, по характеристикам, это, друзья, два абсолютно разных создания, два абсолютно разных монстра.
Так, стоит, что там? Слушайте, а тут прям жестко будет замес. Очень долгая битва будет. Да, капец, и ребят, конечно, долго дерутся. Мы, кстати, ребят, уже устраивали соревнования на ступеньках лестницы. И там мы, ребят, выяснили то, что Хаги-головый довольно-таки неплохо прыгает. Но при этом Солнце-луна-головый супер-пупер быстро бегает. И он прыгает чуть похуже, но при этом он, ребят, очень-очень быстрый. Поэтому один такой прыгун, а другой бегун. Да, бегун против прыгуна. Так, а что у нас здесь по атакам? У них вроде атаки плюс-минус похожи, хотя, как вы заметили, Хаги-Ваги-головый еще умеет хватать и прямо в землю лупить. Хаги-головый может схватить какую-то цель, например, даже сиреноголового целого, и отлупить его об землю. Что очень даже, ребят, круто. У Солнца-Луна-голового такого нету, но он, ребят, побыстрее будет, пошустрее вроде. Ребят, капец, как же они уже долго дерутся. Дерутся. Эта битва будет легендарной. Но мы ждем в любом случае, мы, ребят, никуда не уходим. Нам реально с Дарком интересно, кто же победит. Так. Они друг друга бьют между ног, на самом деле, со стороны так смотрится. Где? Вон, смотри, видишь, они когда ногами так, вон, смотришь, поднимают. А, ну, кстати, да, бывает. Так, они прям... Да. По бубенцам, ребят, друг друга такие лупят. То один такой, а, больно же, такой, на, получай. Капец, ребят, на самом деле реально такая прям какая-то смешная пока что битва. Прям максимально два похожих монстра. Слушай, они прям на равных настолько идут, но у Хаги-голового меньше хп. Но вдруг у него больше урон. Вообще, на самом деле, даже непонятно, кто же победит. Так. Как же они, ребят, долго друг друга избивают, просто жесть. Ну сколько уже можно, а? Сколько можно? Ну сколько можно? Кто ж, ребят, в итоге победит-то, а? Кто? Так, ну похоже, Солнце-Луна-головый, друзья, побеждает. Походу, всем да немножечко он, ребят, побеждает. Слушайте, прям настолько до равных дерутся, что это, можно сказать, прям одинаковые монстры по характеристикам. По силе, по прочности и так далее. Что? Ребята, в итоге у нас Хаги-головый побеждает. Если, ребят, честно, мы такого даже не ожидали. Ладно, мне кажется, отчет, ребят, как-то один на один слишком было долго, скучно. Поэтому давайте мы, ребят, устроим более массовые битвы, например, 5 на 5. Ну а теперь битва 5 на 5. Раз, два, три. О, прыгнули. Вот это, конечно, некоторые, смотри, даже залагали. Так, помогаем им. Ребята, вот это уже поинтереснее будет. Капец, конечно. Тут, ребят, уже, если честно, даже непонятно, кто же победит, потому что битва 1 на 1 это одно, а когда битвы прям уже там 5 на 5, 3 на 3 или даже больше, это совсем уже другое. Уже одного Солнца-Луна-голового завалили, ты посмотри. Вижу. Смотри, он кинулся с обрата. Что творится? Что, ребят, происходит? 3 на 4, да? 2 на 4. Хаги-головые проигрывают. 3, ребята, одного, и кто же победит? Мне кажется, ребятки, исход уже понятен. И сейчас, походу, Солнце-Луна-головые победят. Да. Да, Солнце-Луна-головые побеждают. И, ребятки, что получается? 1 на 1 победил Хаги-головый, но уже в битве 5 на 5 победили Солнце-Луна-головые. Поэтому сейчас давайте мы, ребят, устроим еще одну битву 10 на 10. Ну и, ребятки, теперь 10 на 10. Финальная на сегодня битва, готовы? Раз, два, три. Ух. Это уже прям какая-то битва, знаешь, во времена крестовых походов. Да. Или какая-то просто, ребят, средневековая битва. Прям реально, видите, сколько много у нас солдат. 10 на 10. 20, получается, целых монстров, которые прямо сейчас же воюют. Так. Давайте, друзья, это будет финальная битва, потому что как раз получается счет ровно 1-1, ничья. И кто сейчас победит, какая команда сейчас выиграет, та, друзья, в итоге команда и побеждает в этой серии. Так, слушай, Хаги-головые что-то пока что, кажется, проигрывают. Ну, по крайней мере, с этой стороны, кажется, Хаги-головые, друзья, проигрывают. А с этой стороны, кстати, Солнце-Луна-головые, друзья, проигрывают. Ой, а кто? Ребят, Хаги-головые, кажется, побеждают. Или мне кажется... Пока что что-то непонятно. Да, ребят, Хаги-головые побеждают, по-моему. А нет. 3 на 3 сейчас. Честно все. Смотри, в итоге они сравняли счет. Практически, ребят. Солнце-Луна-головые догнали. О, этого убили. Давай, дерись, Солнце-Луна-головый.
Да куда ж ты бросаешься? Давай дерись! Давай дерись, хватит бросаться! Да, все-таки друзья Солнца Луноголовый побеждают, но при этом буквально только один Солнце Луноголовый остается в живых, и то практически растеряв все ХП. Есть даже, ребят, такой термин, называется пирова победа, вроде это когда вроде победа одержана, но при этом войска победителя практически полностью разгромлены. Вот это, ребят, как раз и есть пирова победа, то есть все Солнце Луноголовый погибли, этот весь там покоцан и израненный, но при этом как бы они победили. Но эта победа, грубо говоря, как поражение, да? Примерно то же самое, что и проиграть. Потому что, ребят, ну всего лишь он один остался из всех 10, и то супер-мега покоцанный. Поэтому это скорее даже ничья. Это формальная победа, но скорее на практике это, ребят, все-таки ничья, потому что буквально был бы, ребят, еще один Хагивагиголовый, и он, конечно же, уработал бы этого Солнца Луноголового. Вот, ребятки, смотрите, и то он уже даже отрегенерировал. Буквально через несколько ударов. И Солнце Луноголовый отлетит, я думаю. По идее, должен отлететь. Вот, все, я так и говорил. Ну, в общем, ребят, что получается? В этом ролике мы немножечко в тупике, потому что, друзья, мы не знаем, кто в итоге сильнее. Хагиголовый и Солнце Луноголовый примерно одинаковые по силе, одинаковые по прочности. Чуть-чуть у них, конечно, различаются их способности. Получается, Хагиголовый лучше прыгает, Солнце Луноголовый лучше бегает. А если они будут сражаться друг против друга, они примерно одинаковые по силе. Ну, вообще, да, ребятки, реально сегодня получается прям мы в тупике. Мы, ребят, не знаем, что с Дарком сказать, потому что они плюс-минус одинаковые. Поэтому, да, сегодня, ребят, получается ничья. И я думаю, мы уже более подробно проверим этих двух монстров уже в ролике формата Shorts, потому что там будут уже другие испытания, и там можно будет более детально проверить каждого монстра. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк. Ну а с вами были я, SlikeMust, и, конечно же, Dark. До встречи, ребятки, в новых роликах. Всем, ребят, удачи и пока-пока! Всего хорошего, ребята!